Садовский играет на позиции сейфти. Он отслеживал движение тайтенда. И он против этого тайтенда очень классно и сыграл. Тем временем Хохлов ловит мяч. И вот вам, пожалуйста. Чем заканчивается этот розыгрыш? Казалось бы, Хохлов поймал мяч. Но в итоге мяч-то вылетел у Хохлова из рук. Повтор сейчас этого момента идет. Ну и, собственно, да, хороший очень бросок. Сленд только сейчас начал смотреть. У Патриотов отсутствует энная доля игроков нападения, прежде всего. Чернолуцкий, передача и перехват Литвинов. Да, ну здесь и сейчас записывает себе захват Чернолуцкий. Отсутствуют некоторые принимающие в команде, конечно же. Но есть Фатюхин, есть Вайс тот же самый. Конечно же, Хохлов есть. Так, Чернолуцкий. И вот это да! Прекрасно играют против Чернолуцкого. И смотрите, сейчас у Литвинов Игорь Бояр. В бэкфилде Талиб Вайс играет. Он сейчас в качестве раннинбека. Чернолуцкий и сек. И прекрасный сек делают Литвины. Ну и надо сказать, что здесь должны расписать этот сек, если мы говорим о статье. Так, Чернолуцкий. Сбивают Игоря Чернолуцкого. И Чернолуцкий остается лежать на земле. Да, ну вот опять мы с вами видим, что у Игоря это бывает. Иной раз он Талибом Вайсом, да, то есть Вайс бежит, а Павел Хорошилов, ах, Вайс теряет мяч. Так, и что?